Тапир – это вам не свинья, а непарнокопытное животное из надсемейства тапирообразных. Обитают тапиры в Южной Америке и Юго-Восточной Азии. И всего их на сегодняшний день существует всего 5 видов. Тапиры – сравнительно древние животные и ближе всего к ним другие непарнокопытные, такие как лошадь или носорог. В переводе с одного из южноамериканских языков тапир означает «толстый». Это связано с его толстой и прочной кожей. Хоботок тапиру нужен не только для лучшего восприятия запаха. С его помощью зверь может провести под водой несколько минут, что помогает ему скрыться от врагов. А детеныши тапиров совсем не похожи на родителей. На их шерсти имеются белые пятна и полосы, которые со временем исчезают. Ставь лайк и подписывайся на канал, чтобы не пропустить самое главное.